Теплая солнечная погода и чистые красивые аллеи располагают к прогулкам на свежем воздухе. Губернатор Московской области с особым вниманием относится к внешнему облику подмосковных городов. И наш город не исключение. В преддверии главного праздника коммунальные службы стараются сделать сердце Ленинского района еще краше и удивить жителей. К дню Ленинского района будут сделаны максимальные работы по окраске малых архитектурных форм, высадке цветов, приведению зеленых насаждений в порядок. Конечно же, люди смотрят на Аллею Славы, смотрят на Советскую площадь. Я абсолютно уверен, что мы подойдем к празднованию этого дня с новым качеством для наших жителей, новым качеством объектов благоустройства. Аллея Славы и прилегающие центральные улицы – любимые места горожан. Именно здесь находится та часть города, где сосредоточены самые значимые для каждого из нас объекты. Жители признаются, что облик города повышает настроение и заряжает энергией. Отлично. У нас все хорошо, все прекрасно. Мне очень нравится. Приятно посмотреть, что все зеленое, красиво очень, цветет все. Радует глаз. Эти цветы делают город красивее. Все смотрят на них, любуются. Но мало кто знает, что за поддержанием в порядке газонов и цветочных клумб стоит большая работа. Сотрудники комбината по благоустройству пристально следят за состоянием города с утра до вечера. Это их ежедневный и кропотливый труд дает нам возможность с гордостью утверждать, что видное – это город-сад. И лето очень засушливое и жаркое, как никогда. Поэтому очень сложно. Приходится цветы периодически пересаживать, проливать. Техника работает у нас с 6 утра, днем в плановом режиме. В основном проливаем газоны и цветники. Вечером выходит с 6 вечера в 2 смены. Это не только ко дню города, это будет продолжаться и дальше. Потому что планов очень много, город надо приводить в порядок. И все это для того, чтобы жители Видного гордились, что живут в таком чистом, уютном и красивом городе. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.